Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц. Пока Оли Сайкс продолжает прогуливаться по Киеву и учить язык. Привет! We're gonna come back to Ukraine. Ахуенно! Я тоже в четвертый раз за лето, пусть и не от хорошей жизни, пакую свои шмотки в тачку и переезжаю из одного дома в другой, но не перестаю записывать новостные выпуски. За поддержку этого спасибо Антону А. и Александру Павлову, не из Аматори, да в общем-то мог бы об этом не писать, мы так знаем, что ты в ауткасте. Если у вас тоже возникнет желание поддержать копеечкой мои труды, ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании, QR-код на экране. На своем прошлом московском концерте Макс Каменщиков со своей группой Top Display вместе с активно подпевающим залом сыграли 4 акустических кавера на его бывшую группу Оригами. Были исполнены треки «Потерянный рай», «12 секунд», «Ради чего?», «И в сердце моем». Получилось максимально душевно, как написали сами ребята у себя в группе. Если во время просмотра скупая мужская слеза скатилась по вашей густой бороде, не стыдитесь этого. Просто ваше тело с приятной ностальгией вспомнило давно минувшие деньки, запах яги и виноградного дня, мощный слэм и стейдждайвинг, запах паленых волос от разогретой плойки и многие другие пазлы 2005-2007 года. Ну, лучше и не скажешь. Все зачем, ради чего, кому это нужно? Горячо любимые мной старенькие американские Мари из Нью-Джерси, Sense Fail, выпустили новенький трек под названием Death by Water и красивый, мрачненький, мокрый клипчик на него. Хорошие мелодичные припевчики, скримики, минимальный кач где надо. Все как мы любим, еще бы какой-нибудь эмошный рифачок, и было бы вообще отлично. Трек записан со Спенсером Чанесом из Ice Nine Kills. Плодотворные британцы Asking Alice Andrei, которые чуть больше года назад выпускали новый альбом, на днях дропнули свой первый сингл после ухода с Amerian Records. Трек называется Alone Again, и это прям про меня. Мне нравится, как звучат припевы со словами Bring me home, take me on. Куплеты тоже норм, мне нравится марширующий, чуть ли не рамштайновый риф. Также не нравится hard and heavy соляк, наложенный на этот же риф. Короче, эта песня лично для меня была бы чуть получше, если бы в ней было чуть поменьше hard and heavy и чуть поменьше стадионного рока, а чуть побольше металкора и 2007-х. Но, думаю, парни хотят расширять аудиторию, да и вообще, наверное, им виднее. Вместе с первым синглом также сразу вышло и 57-секундное интро, а 1 октября выйдет новый альбом. Свой 5-й сингл под названием Heart You выпустили канадцы Spirit Box. Small,
Как всегда, у Spiritbox крутые крики на куплетах, красивый обволакивающий чистый вокал на припевах. И как всегда, у Spiritbox песня сопровождена красиво снятым киношным сюжетным клипом. До этого были только EP-шки, а дебютный полноформатник ожидается 17 сентября. В рубрике с отгадыванием старого доброго для разнообразия сегодня будет вот что. Это трек с альбома, вышедшего, страшно подумать, 22 года назад. На днях у вокалиста был день рождения. Как обычно, кто понял, что это, и, возможно, какие-то свои воспоминания об этой группе, пишите в комментарии. Спасибо, что досмотрели. Буду рад вашей поддержке в любом виде. До новых встреч и пока!